На экспозиции совсем небольшая часть коллекции рисунков Валентина Динабурского. Сам автор называет свое творчество спонтанным, ведь карандаш берет в руки профессиональный писатель, но не художник. Своими работами из серии «Сюрреалистические кляксы» Валентин Давыдович стремится исключительно поднять настроение зрителям, пришедшим на выставку. Кроме того, признается поэт, такие вот спонтанные рисунки служат ему своеобразным успокоительным средством, таким как для других вязание, вышивание или четки. Чтобы обрести какое-то равновесие, у меня был карандаш, с одной стороны красный, с другой синий. Я на какой-то бумажке что-то там рисую, минут 30-40, и смотрю, значит, успокаиваюсь, ну, все. Потом скомкаю эту бумажку, выброшу, и пойду домой. Однажды я ее оставил на столе. Зашел художник, очень известный в Брянске, Леонид Захаров, член Союза художников, все. И говорит, ух ты, какой интересный рисунок. Я говорю, Леня, это не рисунок, это моя мазня, это я просто обретаю равновесие душевное. Он говорит, не, ну ты смотри, какие линии тут грамотные. Он заронил мою душу, что там что-то есть. С оценкой человека не спеши. На то имеется всего один критерий. Измерив только глубину души, поймешь, кто он. Но как ее измерить? В экспозицию помимо рисунков включены и стихотворения Валентина Динабурского и сборника стихов «Грамм улыбки». Здесь же, в экспозиции, зрители смогут свои впечатления о выставке изложить не только в традиционной форме, в книге отзывов, но и оставить свои рисунки. Возможно, тоже свои впечатления на планшете, которые присутствуют в экспозиции. На открытии экспозиции выступил театр под руководством Елены Кирюшиной «Взрослые и дети». Ребята читали стихи Валентина Динабурского. Выставка «Опрокинутый мир» открыта для взрослых и маленьких зрителей до 14 февраля с 10 утра до 7 часов вечера каждый день, кроме понедельника. Татьяна Глазова, Игорь Сусло. События. Брянск.